В Республиканский реабилитационный центр «Росинка» к детям в гости приехал семейный кукольный театр «Добрый жук» из Ставрополя. Они представили спектакль «Вслед за солнцем». Он наполнен кавказским колоритом, национальной музыкой и прекрасными песнями. Подробнее расскажет Дарья Тендит. История о трусливом лисенке, который отправляется к горе Дыхтау для обретения смелости. Путешествие таит в себе много опасностей. По пути он встречает зловредных шакалов, упрямого горного козла, мудрую рыбу и хозяина горного леса – медведя. Обретение смелости и отважного преодоления страхов – главная тема спектакля «Вслед за солнцем». Театр, в общем-то, это как раз то место, где дети и взрослые могут уже друг с другом общаться напрямую. Когда они видят спектакль, то это тоже общение артиста и зрителя. После спектакля замечательно проходят разговоры родителей и детей. Мы уже играем этот спектакль целый месяц, и для школьников играли, и в детских садиках. И очень-очень приятно, что дети на это очень-очень хорошо реагируют. Спектакль – настоящий праздник для детей, а интересный формат повествования никого не оставил равнодушным. Увлекательная яркая история в музыкально-световой постановке с поучительной историей откликнула в сердцах детей и их родителей. Дети же все равно, они же впитывают как губка все хорошее и плохое, но это очень даже поучительный спектакль. Все это время мы провели с пользой, спасибо этому театру. Все было очень замечательно, все было очень хорошо. Спасибо вам большое. Почаще приезжайте. Спектакль создан в рамках реализации социального проекта «Шаг навстречу. Северный Кавказ» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Спектакль для особенных деток в Черкесске был организован при поддержке Министерства труда и социального развития и Народного фронта Карачаево-Черкесии. Мы в Народном фронте всегда помогаем некоммерческим организациям, и это давнишняя традиция. И с театром Ледовских мы на связи были длительное время. Я надеюсь, что этот спектакль добрый, светлый, будет интересен для всех, и для маленьких детей, и для более старшего поколения. И любая сказка – это все-таки воспитание, это вклад в наше будущее и поддержку наших традиционных ценностей. На протяжении всего спектакля звучал детский смех и бурные аплодисменты. Поучительная история надолго запомнится маленьким зрителям. Дарья Тендит, Михак Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия.